Всем привет. Помните недавнее мое видео, когда один неадекватный дедушка вместе с внуком кинулись мне практически под колеса, и я нецензурно выражался в его адрес. Так вот, одна особа, достаточно сыкливая, на YouTube оставила отзыв, потом ВКонтакте давай всякую ересь писать, потом отсылать всякую ересь моим близким и знакомым. О чем мы говорим? Какое общество, какие выражения, какое отношение, когда священнослужители ведут себя так? Вот яркий пример одного священника, который нецензурно на остановке выражался, велся неподобающе священнослужителю. Так что, друзья, какое общество, такие мы. Иди нахуй, сюда. Чмо, блядь. А то, разгулялись. Надо же, где грамотно. А как что так? Кому подойдете? Какие у вас батюшки? Только ты мне объясни, кто у тебя, блядь? Кто у тебя, блядь? Говори, кто у тебя мать? Говори. Вызвали милицию, вызвали мать. Нет, не обязательно. Если вы ругаетесь. Я ругаюсь, я не ругаюсь. Если бы я ругался, то ты бы не стоял. Сюда, ко мне. Тарай, на-на-най. Еще. Я, чего? Ну что? За веру расскажете? Okay. За веру рассказывать будем? Нет, господи. Просто так, по жизни. Про какую веру? Про что говорить? Семь. Бесполезно. Вы же пример должны подавать, а не пусть. Да, да, обязан. Вот, закрой, а. Я сыграл 20 апреля.